Время новостей на канале «Абаза», в студии Марина Будба. Здравствуйте. Начнем с чрезвычайной ситуации. Лесные пожары в Абхазии к 19 ноября потушены на 50%, сообщил спутник министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня. По его словам, во вторник 19 ноября самолет МЧС России «Амфибия» Б-200 тушит пожары в районе Двуречья, а вертолет Ми-8 осуществляет вылеты в Гагрском районе. Проблему в тушении пожара в районе села Псхул создает сильная задымленность и низкая видимость, отметил Квициня. Сегодня мы сделали около 10 вылетов на самолете, воду забирали с моря. Очень многое сделано, и я думаю, что сегодня-завтра дым над городами исчезнет. О полной ликвидации пожара мне пока что сложно говорить, сказал министр. Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном горит сухая листва и трава. Леса горят в горной части республики в районах Ткварчала, Сухума, Гагра и Гудаут. И общая площадь возгорания 11 тысяч гектаров. Более 20 вопросов рассмотрят министры в ходе заседания правительства Республики Абхазия 20 ноября. В повестке дня, в частности, вошли меры по реорганизации государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, утверждение ряда ведомственных целевых программ на 2020 год, в частности, медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазии, совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазии, лечение граждан за пределами и на территории Республики, централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазии, а также одобрение проекта государственной целевой программы развития государственного языка 2020. Первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба поздравил заместителя председателя Совета министров Республики Крым, постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгия Мурадова с днем рождения. Аршба выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимоотношения между Абхазией и Крымом будут и в дальнейшем развиваться в духе искренней дружбы и плодотворного сотрудничества. Госкомитет Абхазии по статистике и Росстат договорились о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в Москве председатель Госкомитета Республики Абхазии по статистике Кама Гоги и глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в рамках работы международной конференции «Цифровая повестка для статистики. Оперативность, качество и открытость в Москве». Документ позволит Госкомитету Республики Абхазии по статистике поэтапно внедрять в работу современные методы сбора и обработки статистической информации, а также соответствующее информационное обеспечение законодательными нормативными актами по вопросам организации статистического учета, получения консультаций по вопросам методологии и регулярное повышение квалификации специалистов ведомства. Депутаты Госдумы России проголосовали за включение Валерия Агроба в экспертный совет Комитета по гражданскому обществу. В экспертном совете Валерий Агроба будет курировать вопросы экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах. Ходатайствовала о включении Валерия Агроба в состав экспертного совета председатель Комитета Госдумы Российской Федерации Сергей Гаврилов. Выступая на заседании комитета, Гаврилов отметил: Валерий Агроба внес большой вклад в совершенствование законодательства Республики Абхазия. Он является последовательным сторонником укрепления российско-абхазских отношений. В нашем экспертном совете Валерий Владимирович будет курировать вопросы экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах. Опыт Абхазии интересен и востребован на нашей площадке. Валерий Агроба поблагодарил депутатов Госдумы за доверие.
Больше талант, чем навык. В рамках рубрики «Люди в профессии» мы продолжаем вам рассказывать о наших соотечественниках, профессионально выполняющих самые разные виды работ. От бухгалтерского учета до сварки, от парикмахерского искусства до поварского. Шеф-повар. Секреты профессии, ее актуальность и востребованность. Очередной репортаж нашего цикла расскажет о представителе именно этого дела. Слово нашему корреспонденту Элеоноре Гилоян. Долгое время в той же России приготовление пищи было делом сугубо семейным. Ведала им, как правило, наиболее старшая по возрасту женщина в княжеской семье. Профессиональные повара появились при дворах, а затем уже и в монастырских трапезных. Первая поварская школа в Европе возникла в XIX веке в Англии. Затем кулинарные школы начали появляться и в других странах. Во Франции считалось, что обучаться поварскому делу надо с 6-7 лет, иначе повар не сможет быть по-настоящему искусным. Так кухня перестала быть форпостом домохозяек. Дамир Муктасимов попал в профессию практически случайно. Как это бывает обычно, куда хотел, не поступил, вот и пошел в повара. И так затянуло, что уже первый десяток лет на кухне за спиной. Мы не могли не спросить, чему учат поваров, ведь, казалось бы, это больше талант, чем навык, рассказал шеф-повар и о самом нелюбимом блюде. Скажем так, то, что должен знать каждый повар, классические соуса, методы приготовления элементарно вареного картофеля, картофельного пюре и так далее. Но основная практика все-таки происходит уже непосредственно на кухне ресторана. О, на самом деле для меня, лично для меня это были котлеты. Котлеты для меня был тихий ужас, особенно лепка их. Вот, замешать, приготовить и отойти от этого процесса было супер. А лепить эти котлеты... А проходил практику я в огромной столовой, где питалось огромное количество, ну, у нас рабочий город, и питалось огромное количество рабочих с металлургического комбината. Что? Это жестоко. Это жестоко, да. И нам приходилось лепить огромные, просто огромные кучи котлет, подготавливать мясо, разбирать его. Родной город Дамира – Магнитогорск. В Сухум впервые попал в 2010 году. Приехал отдыхать с друзьями и, конечно, начал путешествие с гастрономией. Познакомились с страной, попробовали какие-то первые национальные блюда, которые раньше не кушали. Мамалыга, айлыч, фасоль. И потом мы чудесным образом связались с моим боссом Фатимой. И она пригласила меня сюда работать. Зона ответственности шеф-повара гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Тут речь идет далеко не только о приготовлении блюд и их создании, но и большой административной работе. Сейчас говорим именно о шеф-поваре. Зона ответственности начинается с элементарной заявки продуктов. То есть мы должны составить заявку продуктов, необходимых нам для следующего рабочего дня. Потом это проверка наличия всех заготовок обязательно, чтобы мы могли приступать к процессу немедленно, как только вышел заказ. Постоянный контроль качества, чистоты на кухне. Также это документация, то есть как бы там ни было, помимо творческого процесса, это все-таки бизнес, и мы тоже должны вести документацию, вести ее верно. И создание... училище или что-то? Да, основы преподают там. Поэтому это очень важно, образование очень важно, потому что основы преподают там, а уже потом ты постепенно впитываешь всю информацию. Ну, как правило, ты приходишь в ресторан, учишься у определенных людей, это может быть шеф, заведующий производством, какой-то бригадир или просто ребята, которые опытнее тебя. И таким образом ты с каждым годом, с каждым днем, наверное, даже становишься опытнее не только в приготовлении блюд, но и в других моментах. Попав на сухумскую кухню, Дамир стал учителем сразу для нескольких юных выпускников местного кулинарного техникума. Повар – профессия, которая поддается только при постоянной практике и желательно на серьезной кухне. Они проявили огромное желание научиться чему-то новому. И мы постепенно стали вводить новые блюда.
я смотрел то, что они умеют делать. То есть на самом деле кухня ресторана – это процесс обучения постоянный. То есть я учусь у них так же чему-то новому, как и я, они у меня. Мы постоянно обмениваемся опытом. Тем самым создаются, в принципе, все наши блюда, шедевры. Мы задаем какой-то определенный порядок наших целей. Опять же, ориентируемся на пожелания гостей. Для нас это в первую очередь важно. И потом постепенно создаем наши шедевры, буду так это называть. На кухне лофта ресторана, в котором сегодня шефствует Дамир, одни мужчины. Интересуемся, почему жив стереотип о женщине на кухне, если профессионально пищу так или иначе охватывают именно мужчины. Дамир говорит, что дело во второй, не творческой стороне медали. Это все-таки и смены по 14 часов, это надорванные спины, там, горящие ступни, какие-то бумажные процессы еще именно связанные с документацией. Вот, поэтому, возможно, эта профессия может быть кому-то казаться довольно легкой, но на самом деле это довольно тяжелая работа, и, возможно, не все девушки готовы именно нести эту ношу на себе. И, как правило, наверное, возможно, я предположу, мужчины больше выдерживают эту нагрузку, потому что, ну, женщину еще и в бытовой сфере на нее сваливается огромная обязанность приготовления, уборка, дети, воспитание. Вот. Может быть, поэтому. Рассуждая о предпочтениях посетителей, шеф-повар признается, что отойти далеко от классики салата «Цезарь», пиццы и пасты удается нечасто. Но при этом кухня всегда выступает за эксперименты и к ним призывает гостей. Мы начинаем разговор о сервисе, отмечая, зачастую именно на него жалуются гости нашей туристической страны, и спрашивая мнение, в чем причина такой ситуации. Для меня не совсем понятна эта ситуация. Мне кажется, абсолютно любая работа, неважно, что ты делаешь, у нас команда состоит из поваров, официантов, обслуживающего младшего персонала, кто моет посуду, полы. И для нас важна, допустим, каждая частичка, потому что каждый несет ответственность за свою работу. И я думаю, любая работа, она не стыдна, работать вообще не стыдно. Почему так происходит? Ну, не знаю, может быть, это основывается на менталитете. Но я думаю, постепенно мы будем призывать всех, кто с нами работает, ребята. Они стараются, обучаются этому. Какие-то моменты для них новые, они их обдумывают, но принимают постепенно. С каким-то им тяжело, возможно, сталкиваться. Ну, впервые они сталкиваются, но они принимают это, и мы это применяем в работе. Дамир признается, что с годами любой настоящий шеф начинает путать работу и дом, забирая с собой из кухни мысли о запланированных блюдах и гастрономических экспериментах. К сожалению, в моей семье я живу работой и занимаюсь какими-то вещами даже дома, хотя, возможно, неправильно нести работу домой, но мы занимаемся работой и дома, на работе, постоянно в поиске новых продуктов, новых идей. Какие-то идеи на самом деле приходят просто в процессе отдыха. Мы можем попробовать безумно вкусную кукурузу на пляже и сказать, вот именно так надо было ее сделать, а не как делали мы до этого. Какой-то мыслительный процесс постоянно происходит, но это уже, наверное, больше на автомате, нежели мы заставляем себя это делать. Один из главных вопросов, который стоит перед людьми, выбирающими профессию, а сколько я смогу заработать, умея это? Наш герой рассказывает, что при желании, трудолюбии и таланте повар может действительно быть успешным финансово. Более того, эта ниша в Абхазии сегодня не забита специалистами, а потому каждый кадр ценен. Вот советы шеф-повара. Обучение, безусловно. Не лениться, не бояться экспериментировать и постоянно быть в развитии. То есть развитие может быть на самом деле разным, как на практике, так и в теории. Сейчас, слава богу, у нас есть огромная сеть, интернет. Даже если нет возможности куда-то выехать, посетить какие-то модные рестораны или поучиться у шефов, интернет дает довольно много информации, где можно взять это за основу и продолжать обучаться. Для освоения специальности повара достаточно получения среднего специального образования. Профессия востребованная и творческая. В ней есть место фантазии и изобретательности. И, как вы понимаете, повара будут нужны всегда. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.
Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября 2019 года составила 7044 рубля 90 копеек, сообщает Абхазинформ со ссылкой на Госкомитет по статистике Абхазии. В прожиточный минимум включены стоимость продовольственных товаров 4 818 рублей 70 копеек, непродовольственных товаров 1380 рублей 80 копеек, а также платные услуги, налоги и обязательные платежи 845 рублей 40 копеек. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,3%. Суд решил. Президиум арбитражного суда Республики Абхазия постановил кассационное определение арбитражного суда Республики от 20 марта сего года и решение арбитражного суда Республики Абхазия от 5 декабря 2018 года отменить частично. Исковые требования Управления образования администрации города Сухум удовлетворить, изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя Давида Пиля в пользу Управления образования администрации города Сухум помещение столовой школы номер 3 города Сухум, оборудование и инвентарь. Как сообщается на страничке арбитражного суда в сети Facebook, в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, постановление Президиума арбитражного суда вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит. Благодаря финансовой помощи жителей села Верхний Шера Манфреда Петрича, который переехал в Абхазию из Швейцарии 5 лет назад, в средней школе села Верхний Шера состоялось открытие спортзала в прошлую пятницу. Для мецената школьный спортзал не первый проект. Ранее он на свои деньги установил пластиковые окна в школе, купил школьной команде по футболу форму, провел воду в нескольких соседних домах, а также оплатил гастроли Абхазского государственного театра. По инициативе Ассоциации работников СМИ Абхазии в школах города Гал состоялись образовательные лекции на тему экологии и энергосбережения, которые провела журналист Зоя Чача. Слово нашим коллегам с телеканала Гал-ТВ. Задача данных уроков – помочь школьникам осознать важность экологии и научить бережно обращаться с ресурсами земли. Задача простая – образовательная – рассказать детям о том, что энергию необходимо беречь, необходимо экономить, потому что это становится большой проблемой, и тем более для нас в условиях Абхазии, когда мы все сталкиваемся с перебоями в подаче электроэнергии. Мы хотим немножко через какие-то общие вещи, через мировой опыт, через какую-то игровую форму, при помощи мультиков, слайдов, рассказать детям о том, что в их руках, и они сами могут немножко думать о том, как они и насколько грамотно они пользуются электричеством, как это можно сберечь, чтобы в дальнейшем у нас не было таких проблем. В ходе лекции внимание учащихся были представлены видеоурок и презентация, где особый акцент был поставлен на экологию. Были озвучены экологические проблемы человечества и пути их решения. Для обеспечения потребностей населения, развития экономики и повышения качества жизни требуется все больше энергии, традиционными источниками которой являются нефть, газ и уголь. Но природные запасы постепенно истощаются. Решение этой проблемы – использование альтернативных источников энергии, такие как ветер и солнце. Также школьники узнали, что одним из простых способов замедления процесса истощения полезных ископаемых и уменьшения загрязнения окружающей среды является энергосбережение. Кроме того, экономия электроэнергии выгодна экономически. Ребятам представилась возможность узнать, как можно сэкономить электроэнергию в повседневной жизни. Что можем сделать мы, простые люди? Мы можем сохранить ту энергию, которую мы уже потратили в своих домах, путем сохранения, не давайте выходить обратно наружу. Видите на этой картинке, что любой дом при получении согрелся дом, и он остывает. Как он остывает? Больше всего уходит через крышу, чтобы это не произошло. Крыши утепляют, уходит через окна. Вы, наверное, зиму делаете, или у вас уже, кстати, уже пошли на пути энергосбережения, установили пластиковые окна, которые не пропускают холодный воздух сюда, и у вас сохраняется тепло внутри. Это все показывает, насколько, как уходит энергия, и чтобы она не уходила тепло,
дома нужно утеплить. Затем они изучили различные типы энергосберегающих ламп и познакомились с их отличиями от обычных ламп накаливания. Беседа прошла плодотворно. Школьники с интересом узнавали новые знания и отвечали на вопросы журналиста. В завершении познавательной лекции ребятишки посмотрели мультфильм о том, как рационально использовать электроэнергию, а из рук организаторов получили подарки в виде тематических футболок. Познавательным для меня и для моих друзей. Я узнала много новых способов, как экономить энергию, и теперь я буду экономить энергию в несколько раз больше. Ника Гачава, Илона Микава, Борис Цацуа, ГАЛ ТВ. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошла научная конференция, посвященная памяти кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника АБИГИ, известного фольклориста и детского поэта Риммы Хашба. Римма Арсеньевна Хашба ушла из жизни в 2007 году. В этом году абхазскому ученому-фольклористу исполнилось бы 85 лет. Всю свою жизнь она посвятила детям. Работала в Сухумской школе-интернате, параллельно изучала детский фольклор в истории культуры абхазского народа. Детская тема отражалась не только в научных трудах Риммы Арсеньевны. Фольклористика посвящала детям стихотворений, даже успела выпустить несколько сборников. Ее стихотворения являются основы для множества детских песен. Помимо всего этого, она была одной из первых ученых, кто занимался изучением особенностей абхазского национального юмора. Рима Арсеньевна лапсу тофи абхадзой лара яхазнлыжиз абхарра агублара чатшаадзом апсу институтача хапсу вилараджа. Рима Арсеньевна лгуитаз лажука аштабш Ларганза плала уйкулхалон, улхажон, угал газар абзилтон, угал храмазар ухребгиц акулзон. Уй ларя илапстазарен илгалшан, ахуджин иргна абырги гынза, урт ирналуз ачави абзе, агуналажа ухаша дакшу. Лара дырцавин, дарцавин, царавуин, тпаедан, Лзаанатку, ярбан заалагилный пегызача, уй анра, абхарра, ядзу, алай налагзон. Полную версию репортажа с научной конференции памяти Риммы Хашба смотрите в воскресенье 24 ноября. Пятый международный фестиваль культуры Фазили Искандера «Стоянка человека», названный по одноименному рассказу одного из крупнейших писателей 20 века Фазили Искандера, состоится с 25 по 26 ноября. Организаторы Министерства культуры Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазили Искандера. Так, 25 ноября в 15:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия состоится открытие фотовыставки Фазили и его окрестности. А 26 ноября в 12:00 состоится посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля совместно с Сухумским домом юношества. Новые гастроли Русдрама в Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова в Йошкар-Оле с 20 по 30 ноября будет проходить 16-й международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». 23 ноября в рамках фестиваля покажут комедию «Кёджинские перепалки» в исполнении труппы театра «Искандера». Успешное выступление с этой постановкой уже состоялось 19 ноября на сцене самого русского театра. Заслуженный артист Республики Абхазия, органист Лука Гаделия выступит 22 ноября в Париже в рамках тура «Орган в большом городе», который организует фонд «Бельканто». А 23 ноября он сыграет уже в дуэте с сопрано Кристиной Эшбо в атриуме Хлебного дома в Москве в рамках цикла «Органные концерты. Сплетение голосов». 24 ноября Лука Гаделия выступит в ходе первого Всероссийского дня органа в СИО «О короле инструментов», где не только сыграет известные произведения, но и расскажет о самом органе. Спорт. Дмитрий Гвозава победил в заезде 6 часов Лимана. Французская команда «Спидкар», в составе которой выступал Дмитрий Гвозава, победила в заезде 6 часов Лимана. Об этом корреспонденту «Спутник» рассказал сам Гвозава.
Все наверняка слышали о культовой гонке 24 часа Лимана, а мы ездили на той же трассе, но с немного измененной конфигурацией, так как гонка была 6-часовая. Это была финальная гонка чемпионата Франции по многочасовым гонкам. Мы стартовали с 21-й позиции из-за проблем в квалификации, но все же смогли финишировать первыми, сказал Гвозава. Дмитрий Гвозава профессиональными автогонками он занимается с 2010 года. В ноябре 2018 года стал обладателем Кубка России по автогонкам Midget 2L в категории Pro. Гвозава переехал во Францию в 2019 году, участвует в чемпионате Франции по гонкам класса GT4. Водоканал столицы сообщает, 20 ноября в связи с переключением нового водовода на насосной станции номер 2 с 0 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях города, в районе рынка, на старом поселке и в районе ВИЭМ. В завершение выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 20 ноября в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7, днем до плюс 16, температура морской воды плюс 17. На этом все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!